Но я вернулся. А мне также нет ни фонарика, там ни хера вообще, бля, господи. Открыть. So the underground river powers most of the mine's machinery. Интересинг. Мы такой будем подсвечивать, да, получается? Так, там вот есть какой-то проход, если я... Бля, камера-то слишком приближается. Бля, тут... Слишком глубоко. Но сначала надо ее как-то откачать. Ладно, хорошо. Я этим займусь, так же быть. Опять, ну, то, что камера приближается, конечно, не очень есть хорошо. Какой-то. Я не уверен в этом мосте вообще ни разу. Так. А как мне это открыть? Да нет, он сразу закрывается. Что-то там пустил. Ага.
Понять, понять, понять. Еще здесь какое-то колесо. Так, а я здесь ничего да не могу сделать. Могу. Все-таки решение-то правильное. А, стри. А, так я лифт, да, включаю. Окей, а вот так насос. Ага. Пойду сейчас в насос, наверное, схожу. Вот, а потом... А потом, наверное, это... О, блядь, ну давай уже, вставай, хули, глаз. Я машу как, блядь, не в себя нахуй. Пизда, мы изранены. Но сильно ли нет? Да где аптечки осталось? Что это у нас? Е, патрон до пистолета. А пистолет-то хули у нас нету все равно. Бля. Не, надо подлечиться. Ага. Не, так-то вообще, как бы, игра прикольная, жаль, что типа она на ПК не выходила. Хотя я знаю, ее бы обосрали бы. Но все равно было бы очень даже приятно и в такое поиграть. Уж лучше, чем современные игры. Я вообще во всем современном очень-очень сильно разочарован. Потому что сейчас это не игры, это просто... Так, теперь надо лифт. Вот так.
хуевина там ползает. Так, мы выжили, это хорошо. Так, оружие хоть у нас осталось. Ла-ла-ла. Так, туда нельзя, да? И по виду это просто палка. Блять! Да ты сука! Так, оружие поломалось. Да ёбаный тебя в рот! Иди-ка ты нахуй! Сдохла, нет? Так. Тоже просто палка, блядь. Сука. Вот мразь покоцала меня. Че за тёлки, блядь, бешеные? То есть в шахте, блядь, где-то. Не, перевод, конечно, молодцы, что перевели вот так вот. Не понял, вообще ли дело привело к гибели 8 детей. Блядь. Где кто там? Так. Блять. А, он упал, я думал, блять, нихуя он ожил. Палка поновее, блядь. Ух ты, блядь!
Нахуй. Иди на вот так вот. Все. Блять. Сколько мне там? Одна аптечка осталась. Бля, пизда вообще. А вот где вагонетки дальше есть разбились. Кого взять? Камень, нахуй мне вот твой камень, блядь, сразу. Так, не он туда. Сохранял, да? It's just you. What are you doing, JP? You know, enjoying the view. You know, they say if you were to put the Empire State Building in here, wouldn't even reach halfway to the top of this place. Seems like a dangerous place to be sightseeing. You know, none of those things they said about me are true. The papers and stuff, people around town, my lawyers, they said it was just circumstantial evidence and whatnot. That's what I kept telling them. Yeah, I read all about it. Those newspaper men are goddamn fucking liars. Relax, man. We're just talking here. What happened? That was an accident. I didn't mean to hurt nobody. I didn't murder nobody. Murder's a mortal sin. You go to hell for murder. Ain't that right, Murphy? Surely your mama taught you about what's right and what's wrong. Those kids had parents that might disagree with you. The paper mentioned negligence. It was an accident! You were completely hammered. There were witnesses. And how about you, Murphy?
someone know all your dirty little secrets? I never hurt anybody that didn't deserve it. And I sure as hell never hurt any kids. I wouldn't be able to live with myself. You call this living? Can you imagine what that's like, Murphy? Living all your life inside someone else's lie? Can you? Listen to us talk. As if anybody out there gives a damn. When we're the ones who decide if we can live with what we've done. Успокаиваем его. Успокаиваем. Wait. What do you mean? Just wait a second. He seen you around, Murphy. No. Блять, попытались бабу спасти, она упала. Пытались мужчину спасти, он прыгнул. Типа, чем ваши проблемы? Почему все, блять, не слушаете меня? Может, надо было вам щам дать? Ладно. Типа я сделал то, что. Может посмотреть его там. Да вон там днище. Максимально, блять, опасно. И что там? Монтировка. Блять, ну сейчас сбой будет в этих потемках, это ж пиздец. Вот пещеру слез. Ну, сами, ну, самого слез, бля, наворачивается. Хиллсайд. Типа граничит или что? Че? Камни. Блять. Всем птичку я использовал. Как-то будем к этому управлению привыкать. Оно не самое хорошее, но
Все, добили ее. Так. Ладно, смотрим, что у нас здесь. Что здесь происходит? Я так понимаю, динамит, да, заложил? Так, кирка. Все, нету аптечек, блять. Надо сюда идти, да? Тоже нихуя здесь. Тоже нихуя. Тоже нихуя. Это мне тоже нахуй не надо. Вот это... О, печка. Так, есть молоток. Хуя, опять музыка, да? Сука, вон тот хуй сидит. Чё ты? Блять, иди сюда, хули ты там, блять, как, блять, рак какой-то ходишь то сюда. Давай, иди, блять, ко мне. Хуй, нужна кирка. Ну, чего ты поднимаешься? Так, сейчас, думаю, дойдем до сохранения, и на этом можно будет заканчивать.
was nothing. Ну как ничего, смотри. Вот честь. Да. Все-таки чё-то и бомбанул. Так, у нас наша рация включена. Да, включена. Бля, опять там этот хуй сидит. Ты чё, блядь? Да, блядь. Он типа сдох. О, еще одна кирка. Бля, и все, аптечек нету. Сохраняшка была. Блять, а мы избиты, что пиздец, нахуй. Блять, мне вообще плохо, мне, блять, не хуёво. Вообще, блять. Очень хуёво, блять. Дайте аптечку. Суки, мрази.
поезд. Я должен взять кодировку.